давайте уже пойдем к чёрному ребёнок, давайте. Ну чё? Тебя Митра бурлахала. Да погнали, или уже ребёнок сделаем? Вы будете там как-то проходить или как? Да. Давайте тогда её пройдём и это... Хорошо, ребёнок сделаем. Хорошо, я наконец-то прошу. Я без ног. Так, ну, чувак, ты быстро нажимаешь кнопку, я тут пойду. Так, ну-ка посмотрим, что сейчас будет. Все, почти. Все, я готов, пацаны. Реберт? Да, реберт, пацаны. И что, как вы, ну-ка, давай зайдем. Подождите, ребят, давайте вы все в обе зайдете. Ресет. О, скоро 27 левел у меня. Так, пацаны, это достава. Настал момент. Давай. Станьте все вокруг меня. Так, давай. Я, такая, станьте, как обемиться, только другой стороной. Ну что, готовы? Реберт. By Reberth Review Return to Level 1. NB, about to earn gems by leveling up again. Ну понятно. Reberth Escape is 10. I'll use shard to 1-3-2 Reberth. Пацаны, тут 10 Ребертов. Ладно, все, тут 10 Ребертов. Рекомендуют нажать cancel, я нажимаю конфирм. 3, 2, 1, Реберт. Реберт. Ебой. Наконец-то. Красавчик. Неужели? Кстати. А как вам идея пойти в Wine World? Кстати, мы уже на 3 года в нем не играли. Почему нам не пойти? Да, кстати. Да, почему бы и нет? Ну что, погнали? Погнали. Так, финиры, всем привет. С вами мистер Ведмега и... Да, и Хэппи Мистер. Что еще? Джейсок. И да, ребята, вы не слышались. Да-да, я сделал, ребят. Я сделал, но... После этого мы решили пойти на Wine World. И мы играем его спустя 3 года. Нормально мы в него играли 3 года назад. Это было вообще капец, поэтому мы вернулись сюда, чтобы посмотреть, будет ли у нас нормальный скилл или нет. Поэтому... Да, посмотрим. Будем сейчас... Давайте мы сейчас посмотрим и перейдем к первой игре. Погнали. Так, ну вот. Ну что, пацаны, погнали. Первая карточка. Давай, на остров нас закидывай, Хэппи. Ну закинул. Блин, тут лобби уже полностью изменили, я такого еще не видел. Кстати, Винмега, какой у тебя еще набор стоит? Набор, я как какие еще наборы? Стартовые. А, так я уже не помню, это у меня. Я только нашел. У меня везунчик. У меня тоже рыцарь стоит, а что? У меня рыцарь. У меня везунчик. Да, мы слуху. Я просто ничего не помню уже. Это последний раз 3 года назад играл. Кстати, Мега, у меня есть идея, идем туда. Да. Тут, по-моему, запрыгнуть можно. Да, тут, по-моему, запрыгнуть можно. Что получается? Потом скайварс? Ну и что здесь? Просто ровно. А вы где? А вы куда? А вы как туда забрались совсем? Мы в тайном подвале. А что? Тайна? Бомбочка, йоу! Так, ну-ка, давайте типа играем в Фудоскейп 2. Давай. 3, 2, 1. Все, погнали, пацаны. Так, я не знаю эту карту, пацаны. Я не помню эти карты вообще. Их не было. Я тоже. Я чуть-чуть помню. Кстати, ребят, мы одного топера взяли с нами в тиму, поэтому он будет нам помогать. Да. Так, не забирайте все, мне тоже что-то нужно. А, нужны стрелы? Кому? Да, стрелы, да. Я даже уже не помню, что лучше, кожаный или золотое? Конечно, золотое, ты чё? Я последний раз играл 3 года назад и увидел, что тут уже нету этих кожаных. Я даже это помню. О, я вижу, короче, что-то алмазное. Давайте посмотрим, что это. Давайте прокопаемся. Не, это лучше не надо делать. Так, нет, смотрите, я тут алмаз копаю. Ау. Понятно.
Я просел по хпшкам. О, алмаз. О, алмазы на груди. Мне здесь паркурить, что ли, надо на центр? Вы как там? Я не знаю. Я пытаюсь забраться, но я... Есть, пацаны. Так, а вы там... А, вы там? Это очень странная карта, предупреждаю. Да, я согласен с этим. Верните старые карты. Так, а мне вниз спускаться или наверх? Я чуть не сдох. Я не знаю, куда сам подняться, представляешь? Ну я спущусь вниз. Считай, я тоже первый раз эту карту вижу. Я тоже первый ее вижу. Я вообще не знаю никаких карт. Потому что я последний раз 3 года назад играл. Пацаны, вы видите меня? Видите меня? Я внизу. Я за вами. Я вообще вниз упал. А я слился от высоты. Ну пусть и карта какая-то говняная. Мы еще живы. Так, что, я летим, да? Да, две. Блин, я не знаю карту, нам еще надо на миду, блин. Я челика вижу, погоди, я челика вижу. Марвинега! Знаешь, ты такой сказал? Мы взяли в топеру команду, которая самоубийство сделала. Марвинега, поддержи, стройся. Не, ну не всегда же получается с первого раза. Да, в принципе. А что падает с изумруда? С изумруда ничего не падает. Я даже это помню. Мне выпал один алмаз. Давайте посмотрим, на что мой скилл способен. Так, я чувствую там опасно. Да, так, лучше давай уже не будем идти. А там уже поджигают кто-то что-то. О, ничего нет. Блин, там челик только что пробежал. Давай на него нападем. Нет. Или он нас просто не видит. Я не могу бежать, у меня еды нет. У тебя есть? А, будешь... А! Не подожди! Вас убивают? Ну, вам простите, во-первых, потому что вы давно не играли, и сама карта по себе говно. Не то, что она... Я вообще ее не знаю. Так, сейчас взорвется, беги. Ну, сейчас вот сейчас что-то взорвало. Ну, а что тут бывает? Что тут вообще клиперы делали? Нападай на этого. Подожди, я его убью. Хорош. Так, прикрой меня. Как? Ну, у меня же скилл, блин. У меня скилл вообще потерян, пацаны. Мне нужно его восстановить. Иди, я поем. Сердце моё. Так. А я короче, нам конец. Вам конец, да? Думаю, да. Вот тут ещё клипы. Ну ещё можешь закидывать уже. Да, закидывай нас на Бугварс. Сейчас, погоди. Не, давайте не на Бугварс, давайте ещё на Скайварс, мы не разогрелись. А, точно. Да. Мы точно не разогреемся, мы сейчас с потерянным скиллом. Так, ребят, мы уже ко второй катке пришли. Я не знаю, тоже эту карту вообще не знаю. А, могу подсказать? Чуть-чуть. Я вижу какой-то сундук. А, два золотых нагрудника. Тут два золотых нагрудника, кому надо. Идите ко мне, сейчас вам дам. Точнее, алмазный нагрудник. Подойди ко мне, там вот тут где-то стрелы были. Вот здесь, вот, да, спасибо. Вот здесь стрелы, и вот... И все, больше не сделал. У меня вещи сразу в огне. Спорим, мне скажут, что я нифига не про, я ну, потому что я не умею строиться. А у тебя есть стол зачарования? Нет. Стреляли да. Где-то? Нет. Смотрите быстрее. У кого есть лук, скиньте, пожалуйста, вот этого. А кто-нибудь знает, какие как старые карты назывались? Нет, я не помню. Я ханами, вообще... ханами, как вроде ханами есть. Так, а, вон вы строите. Дайте, бейте его. Я скинул. Я сейчас просто челика на рандом скинул. Я хотел этого челика.
Странно. Я прыгаю. Я жив. Сын, давайте побыгаем, давайте побыгаем. У меня меч на заговор огня, он что, поджигает, да? Да. Чуть не упал. Так, тогда вниз строй, чтобы мы тоже залезли. У меня же есть ведро воды. И что-то там туды. О, так у меня тут вообще алмазка есть. Пацаны, алмазка, а у нас алмаз, у нас алмаз. Мне еще штаны алмазные, я тоже... У нас стрел. Кстати, пацаны. Мне кажется, я им вообще урона не наношу. Я им реально урона не наношу. Погнали на него. Давай. Он боится нас. Не, он отбегает к своим тьмы. Да, пошли. Давайте я забегаю. Минус один. Блин. Ну что, погнали, был Варс? Сейчас, подожди, я еще жив. Я почти жив. Я убил этого одного. Я убил. Нет, остался чисто алмазник. Но этот алмазник был, во-первых, жесткий. Ну, давайте Скайварс или Бэдварс. Бэдварс давайте. Вот, все. Кстати, пацаны, давай, у меня такая идея. Я тут 3 года назад на Ваймворлде один раз застраивал свою базу полностью. Может, так давайте сделаем? Давай. Почему бы и нет? Давай. О, это хард? Да, блин, я... О, это радиал! Это та карта, помнишь, на которую мы застраивались? В смысле? О, да, я помню. А как раз мы 3 года назад с тобой застраивались, помнишь? Да, я помню. А помнишь, тут вот есть секретный вход? Смотри, смотри. Надо застроить. Видишь? Да, вижу. Мы тупо можем... Давайте резы, я сейчас буду обустраивать. Давай. Да, мы эндерником застроим. Да, ресы скидывайте, не бронзу ресы. Бронза, окей. Да, ресы не бронзу, ресы. Забери свою бронзу. Сосака. Кстати, Сосака, а у нас как там? Тут есть секретный вход. Давайте покажу. Я видим. Да, ты подобный его помнить. Дайте кирку, пожалуйста. Что это было? Я не... О чем ты? Что это было такое, что ты сейчас врубил? Я ничего не вырубал. Тебе кирка нужна, Сосанка? Да. Вот. Там дешевая. Немножко она практически... Бэушную. Ты мне бэушную купил. Я бэушную не беру. Забери это себе. Кстати, я сразу, когда начну прикрывать интерником... Ты правда скажи, что ты пробил? Секрет. Ладно. Дайте блоков, я уже сколько вас раз прошу. А мы тебе покупаем блоки. Иди тебе в жопу, я сам уже куплю. Ну вот, вот держишь, немного гладкого песчаника, держи. Так, Сосак, вот тебе еще блоки. Я тебе тут накидаю блоков, хорошо? Чел гараж, как не знаю кто. Что это было? Это была музычка крутая. Музыка с Fortnite, да? Нет. Ван, давай. Тебе как угораздило сказать слово Fortnite? Ван, давайте забьем на это. Кстати, да, тут вот есть секретный проход, помним о нем. Люди, может, это выйти по кровать нашу поездить устраивать? А нам у нас ресурсов. А хотя, ладно, Винмек, не бери, а дай мне всю железо. У меня 8 железа, мне норм. А, ну я немного сейчас застрою, мне сундуки просто еще. Не, сразу сундуками не застраивай. А я не там собираю. Через щелки можно сломать. Да, я просто говорю, у меня сначала 5 дырняк, а потом застрою сундуки. Так, ребят, по этой последней каткой мы заканчиваем, и мы подведем итоги, восстановился ли наш скилл или нет. Да. Ну, скорее всего, нет. Да, я думаю. Так, вот так просто по бюджетному застроили. У нас это по бюджету. Это бюджет такой у нас. Да. Никто не виноват, что мы как бомжи застроили. Это бюджет у нас такой.
Еще надо застроить это, ну ты понял, да? Чем? Так, мне надо еды купить. Эдерпиком. Нас никто не идет? Для нас? Ну нет. Кстати, а дай, пожалуйста, один блок, Саша. Дай один блок. Ах, тебя. А, да. Да, да, да. Зачем здесь один блок? Поставь тут блок, вот тут блок. Вот, теперь у нас есть этап. Здесь нас застроить. Может, у нас гильдия, пацаны? Ладно. Да, блин, мы тоже в гильдии. А что такое гильдия? Про меня. Пацаны, что такое гильдия? Это Тим, это Тима, такая жесткая. Так, почему тут паучи? Ее нельзя сломать. Это жесткая Тима. А, ну тогда понятно. Тем более в хардах они еще жестче. Так, а тут залезть что ли нельзя? Так, мы пока потихонечку обстраиваемся. Кстати, Винмек, вы дайте кое-что покажу, иди за мной. Смотри, вот так, вот так, так. И смотри, что у вас здесь. Вот, знаете что? У меня сейчас ветер настолько сильный, что он балкон закрыл мне. Ты что сказал, Винмек, возвращается Майнкрафт? Так, выйдите. Скоро Марвинега будет за дротом. Конечно, нет. Ты уверен? Ты уверен? Ты уверен точно? Ты же знаешь, что... Да нет, ты же знаешь, что играю в Фудоскейп. Я тоже играю в Фудоскейп. И что ты? Что с этим? Ай, блин, паутина тупая. На нас лезут, блин, не на нас. Да, на нас лезут. В смысле? В прямом, прямом. Я там челика вижу. Нас убивать идут? Да. Я сейчас его зарашу. Так, мне нужно железо. Почему только одно железо? Потому что все кончается на уште. Да и скинь железо мне хотя бы железный сет. Пацаны, дайте бронзу всю, которая у вас есть. Вот, держи. Фига себе. Дай мне, пожалуйста. Стоит. Сейчас я куплю алмазный шлем, если он у меня уже есть. Да, там строится. Все, нас уничтожили. А что вы не сказали, что у нас строили? А я уже не... Кровать начали ломать. Ну, про то, что начали ломать кровать, я и сам не знал. Ну, мы и без кровати можем прожить. Нет, меня уже... А! Чё? Всё, нас убили. Ну все, поиграли. Не, давайте еще одну катку с кровати. Может, прощаться уже будем? Мы уже как бы 16 минут записываем. Да, я думаю, достаточно. Давайте уже Skywars тогда Skywars ну как сыграем и все. Да, я думаю, достаточно. Достаточно. Так, ребят, ну что, последняя катка и все. Да, да. Да, я застрял. Так, оставьте мне что-нибудь. Нет. О, дай! Ты что ты сейчас забрал? У меня вообще все забрал. Я боже, я вообще забагался. Видишь, в чё я одет? О, удочка. В чё ты одет? Потому что ты мне не дал. Забери. Так, у никого нет стрел? А что это за карта? Я на ней впервые. Забери. Всё бросал. Ой, зажигалка. Я послушал, если они кого-то подожгли. Нет. А зачем ты одел? Сын, давайте его. Она сейчас взорвется. Красик, давайте. Давайте, нападай на того черепа. Карась. Ой, нападай. Хорош. Чубин. Я его за дичишка ликнул. Его по ноже были? Не знаю.
Дайте стрелу. Свали, мой лоб. Да, тебе еще опыт включил. Диман, давайте уже их вот так убьем. Косой. Вернулся мой скилл, конечно, нет. Давай как ты будешь? Ну давай, на вас надежда. Давай, давай на центр, я тебя прикрою. Ну, 63 года можно играть на моем вороте, что за дичь? У вас череп сзади. Все, он скинул. У тебя есть еда? Нет. Я пойду поищу еду. Погнали, погнали, погнали. Да мы сольем все равно прибыли. Либо сейчас, либо позже. Да, раз, два, три, прыгаем. Что, прыгаем? Давай, сейчас я отгораю. Давай. Да, да. Я запрыгиваю. Я-то убью. Просто красавчики. На нас идут. Да, я убью. Чё, давай. Да, я убью. Чего он не убивает? 2 хп у него. Умирай, я его скину. Давайте ещё одну катку пожарим. Да не, мы же сказали всё. Я его убью. Ну давай, ты хэппи мисс, ты последний. А у меня блоков нет, у меня есть блоки. У меня там по ножи есть. Алмазные подвиги. И там блок крутой. Да, сейчас, секунду. Нет, я его совсем под ноги. У тебя уже не шанс. Только ты остался. Как быть в матче, ребят, супер? Защится прям по полной. Ну сейчас я буду заканчивать, потому что скилл у вас нихера не восстановился. Ешь яблоки, ешь яблоки, быстрее. Погоди, а. Я вырасту, я вырасту. Нет, я их не вытащу. Ты их вытащишь, ты их вытащишь. Их слишком много. Да, их слишком много. Ну что, погнали заканчивать? Да, давайте. Так, заходимся на 7-й лобби. Просто побежите команду, чтобы нас всех на лобби собрало. А я вас скину всех на лобби. Все. В общем, ребят, скилл у нас нифига не восстановился. Значит, видео по моим воротам теперь будут входить очень редко. С вами был Мистер Мега. Хэппи Мистер. И Сарко. Ну, всем, ребят, пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал этот. Ну и всем пока. Больше ничего не могу сказать.